почем лучок? 15. Привет! Сегодня все еще 25 июня 2022 года. Забыла к ужину, вчера хоть и ходили в магазин, забыла купить соус. Я буду сегодня тушить капусту с сосисками, и вот купила соус. У нас их в магазине много разных и всяких. В этот раз я взяла такой с грибами. Купила, уже там бабушки стояли, так я уже купила вот так зелени. Лук 15, укроп 10. И взяла маленькие такие яички, как вот тот молоденьких курочек. Вот, так что это надо. Покормила собачку маленькую на улице, встретила, смотрю, маленький, такой малепусенький вообще щеночек, масенький такой, ну, от дворняшки от какой-то. Мне так жалко его стало, пошла купила в баночке такой корм, ну, как бы дороговато, но что поделать, ну, мне так жалко стало маленького, и я его покормила. А, что еще я прочитала? Значит, сегодняшнего дня, вернее, сегодняшнего вечера, ночи у нас сократится на час комендантский час. У нас было с 23 до 5 утра, теперь будет с 00 часов до 5 утра. Ну, на час можно больше погулять. Хотя, вы знаете, народа уже и в 9 часов почти на улицах нет. Люди как вот привыкли, когда было там еще 8 вечера, уже все по домам, а нож и транспорт, ну толку, что они, допустим, сделали там до 12 ночи, снимается комендантский, ну что, я буду вокруг дома ходить, даже если куда-то в город поехать там погулять, так транспорт, он, ну, по-моему, где-то после 9 уже сокращается, уже ни маршрутки, ни троллейбусы, толком ничего не ходит. Все, буду готовить капусточку. Вот это вот моя работа, такой работой я занимаюсь. Знаете, сейчас даже если в субботу где-то перепадет немножко работы, надо радоваться и работать, потому что у меня это ж не каждый день. Я могу среди недели ничего не делать, ничего мне не дают. А вот так вот на выходные дали, значит, немножко надо делать. Сейчас уже любой работе рад и за любое хватаюсь, даже если немножко, чуть-чуть. Ну а как же, ну зарплата ж нужна. На чистом воздухе ж не выживешь никак. Сирена началась. Ой, молимся, чтоб ничего плохого не было. Чтоб все были живы. Кошка спит посреди коридора, лягла и вот так спит. Милочка, тебе хорошо? Хорошо тебе, зайчик? Моя лапулечка, да? Вот так, вот так. Вот скажи, у меня не жизнь, а просто сказка.